что-то для ближнего было, на коне такое, понял. Блин. Ну, все равно, автоматочка 3, потому что... Машину, он машину. Машину. Тело жили, блин. Тело жили. И я положил на это дело. А сейчас уже это тут. Ну да, сюда, я сюда. Не, вот сюда, сюда. Типа сюда, да? Макарыч есть, да, вот еще. Все, они мазают, да, вот здорово больше. Чего-то выпало, чего-то стоит. Чего? Что за арсенал спрашивают? Это Калашников. Это Ксюха. Коллиматором. Не, это не боевой, это пацаны. Это 105-й. Это 105-й калаш. Новые такие, ну в России уже пошли они. Мы ж не правы всякие, что наркоты нажрёмся, блин. Дадут долбоёбам. Здоровые, брат. Ну, пацаны здоровые, крепкие, вон посмотрите. Я блин, вот эти всего кого выпало. У тебя, наверное, выпало, да? А, нихера. Да, а что можешь передать нашим пацанам, которые славянские, краматорские? Не падать духом. Мы с ними, они с нами. Мы друг друга не бросим. Правосекам что-то передадите? Правосекам. Пару патронов в голову можем передать. Каждому.